Добрий вечір. Я Вікторія Маринич, і сьогодні середа, значить, у прямому ефірі передача «Без кольору». Гість нашої студії Віктор Миколайович Коваленко, голова міської спілки ветеранів Афганістану. Сьогодні у нас є можливість поспілкуватися з вами в прямому ефірі, тому я звертаюся до наших глядачів. Якщо у вас є запитання до нашого гостя, будь ласка, телефонуйте за номером 751-83-84. Я впевнена, що Віктор Миколайович дасть відповіді на всі ваші запитання. А спочатку мої запитання. Можна українською мовою, російською? Як вам? Без різниці. Без різниці. Всім відомо, і зараз харків'яни дивляться про те, що на шпальтах газет, на телеекранах розгортається така акція, яка ініційована, ну, напевно, міською організацією ветеранів Афганістану, де можна переглянути фото тих років, коли ветерани Афганістану були воїнами-афганцями і перебували на тій території. Скажіть, що то за акція, ким вона зорганізована і взагалі для чого це робиться? Ну, я хотів би сказати, в першу чергу, о тому, що як Харківський городський союз, так і Харківський обласний союз, районні організації, у нас прийнято таким образом, що після 15 февраля, это день вывода из Афганистана, у нас год, целый год до следующего года идет вахта памяти. То есть мы проводим ряд мероприятий, которые направлены на военно-патриотическую работу, направлены на то, чтобы рассказать правду о той афганской войне, которая была. И вот поэтому мы в последнее время приняли ряд мероприятий, провели, вернее, которые направлены именно на то, чтобы показать те фотографии тех лет афганской войны, именно тех молодых ребят, которые работают в коллективах, в высших учебных заведениях, в различных правоохранительных органах, на службе и так далее. Поэтому первое такое мероприятие мы провели в Червонозаводском районе, и инициатором, в частности, по данной акции был Червонозаводский совет ветеранов Афганистана, Игорь Землянский, это наш руководитель, бессменный в этом районе. Затем было проведено мероприятие в Аграрном университете в Орджоникидзевском районе. И неделю назад мы провели в Главном управлении пограничных войск вот здесь, в Харькове. Поэтому, когда мы проводим эти мероприятия, ребята с великим удовольствием передают фотографии свои, мы их увеличиваем и делаем настоящую такую выставку. У нас большие планы, мы планируем эту выставку не только в Украине, в Харькове показывать, но и за рубежом, в частности, в Российской Федерации, в Беларуси и так далее. Это действительно достойная выставка, достойные фотографии. Именно та жизнь, которой мы там каждый прожил два, а некоторые более лет. Я видела в одном из репортажей, очень такой был момент, когда один из участников тех событий вдруг узнал на фотографии своего командира, который впоследствии там погиб. Скажите, часто вот случаются такие, может быть, ну, непредвиденные какие-то вещи, которые, ну, невозможно предусмотреть вот с помощью вот таких встреч, таких выставок? Вы знаете, ну, конечно же, конечно же. Все-таки прошло, вот первые ребята, которые ходили в Афганистан в 79-м году, и последние, которые в 89-м году выходили из Афганистана, каждый прошел определенную свою внутреннюю историю. И я хотел бы сказать, что мы встречаемся, безусловно, часто, но уж такова жизнь, что нету большого Советского Союза, и нас разбросало по всем краям бывшего Союза. И мы часто, как бы, и у каждого из нас, и у меня, в частности, тоже были случаи, когда мы случайно на улице встречались и как бы в различных ситуациях, то ли на учебе, то ли в командировке, встречая своего боевого побратима. И я скажу так, что очень много документальных хроники афганских событий, особенно в последнее время, во времена перестройки, которые были. Вот именно эти фильмы документальные показывают по телевидению. И ребята зачастую себя там видят. То есть это очень, скажем, для нас не является удивительным, но с точки зрения встречи, либо увидеть кого-либо, это, конечно же, приятно. Скажите, а вот насколько вот на сегодняшний день вот ваши связи и общение с ребятами, с которыми вы рядом служили? Я лично? Да. Да. Но, я служил в пограничных войсках, Киркинская десантно-штурмовая маневренная группа. Уж так получилось, что в Харьковской области самое большее ребят, которые служили. Всего в нашем подразделении, которое было в Афганистане, было оно создано 9 сентября 1982 года, под конец войны у нас прошло 1250 человек в нашем подразделении. Погибло 56 человек. Нашли мы где-то уже человек
600, а то и больше. И где-то лет 8 назад вот мы создали в Харькове инициативную группу с теми ребятами, которые я служил, и мы ежегодно собираемся, ну, было 40, 60, 80, но в этом году было 144. А вот мы посчитали, за это время было более 300 человек, которые служили различных призывов, где-то 300 человек, вот, как я говорю. Это очень приятно, и мы находим друг друга, и я хотел бы сказать, что многие из нас стали и руководителями, да нам, собственно, без разницы, то ли он токарь, то ли фермер, вот. Но у нас есть ребята, которые имеют возможности находить в России, у нас как бы есть старшие по областям Украины, и практически по Украине мы разыскали всех, а вот самые первые, которые входили, это были из Дальнего Востока, Российская Федерация, и мы потихонечку там у нас один из наших военнослужащих стал замминистром МВД России, и он как бы ему легче там находиться, скажем так. Да. Поэтому Киркинская так называемая ДШ у нас, конечно, даже в прошлом году у нас было всего лишь 5 командиров подразделения, где я служил, было 3. А в этом году еще Алексеев приехал, уже полковник, он приехал в этом году. Так что единственное, что у нас, к сожалению, умер последний начальник ДШ в Бресте, поэтому как бы все в Харькове руководители, офицеры были и очень активно принимают участие. Да я, собственно говоря, не только на примере наших афганцев, я хочу сказать даже больше. Каждый афганец, и тот, который сейчас телевидение меня видит, либо семья афганца, они понимают, что приходит время, когда мы взрослеем. Мы были ребятами, и каждый свою жизнь строил по-разному. Ведь все-таки, когда маленькие дети, становление в работе, в своей жизни, каждый занят своим делом, это одно. Но когда ты сам становишься отцом, уже дети взрослые, многие внуки есть, мы начинаем вспоминать, с кем мы служили, и разыскиваем друг друга, это очень важно. Скажите, а насколько вот сильны ваши акции здесь в городе, поскольку вы являетесь руководителем городской организации ветеранов Афганистана, а поскольку вот афганцев, да, так можно вас называть, да, афганцев в городе Харькове знают, они очень активные, и вы в том числе. Скажите, вот эта вот активная жизненная позиция, которая там, наверное, ну так закалилась в те непростое время, и вот оно на сегодняшний день вам насколько помогает в работе, в жизни? Понимаете, дело в том, что у каждого афганца есть свое мнение по отношению к организации и так далее. К сожалению, сама система в то время, она сделала как бы принцип работы с ветеранами и боевых действий в различных горячих точках, и афганцы в частности, да и ветераны, система льгот и так далее, она, в общем-то, натолкнула на то, что, к сожалению, многие считают, что им все должны. Это действительно так и есть, но это не наше мнение, это действительно такое было и так далее. И я считаю, что к участникам боевых действий действительно должно быть особое внимание, но эта система и подход должны быть более немножко другим, мне так кажется. И каждый человек считает, и в частности из афганцев, что это является святым делом помочь тем ребятам, которые стали инвалидами, тем семьям, в первую очередь, чьи ребята погибли. Потому что ведь когда и хоронили, и ребята приезжали после войны, они давали обещания матерям заботиться и так далее. Поэтому я считаю, что именно в этом плане, именно в этом факторе афганцы свое как бы слово держат. И слово как бы чести, достоинства – это очень важный фактор. И зачастую бывает, что бывают случаи, когда, да, у нас сейчас в городе Харькове по различным причинам находится в тюрьмах 16 человек, афганцев. Мы их не забиваем, мы к ним ездим, посещаем, и для них это приятно. Но жизнь по-разному складывается. И, к сожалению, иногда бывают такие случаи, когда именно на это нас бьют. Стараются как бы показать, что там наркоманы, раз понимаете, афганцы, да. Это очень людей раздражает. И я считаю, что когда офицеры выполняли свою работу, а солдаты, которые туда были призваны, они выполняли свой воинский долг. И в то время ребята, которые шли, это было 18 лет, это, скажем, человек с определенной фантазией, попасть там, в подразделение ВДВ или спецназ. То есть, ну да, романтика, это, да, какая-то. Романтика, безусловно, да. Но время проходит, и мы немножко по-другому на это смотрим. Поэтому здесь как бы вот такая вот
позиция тех, которые были в Афганистане, нас же, и сейчас уже со стороны людей взрослых, она, конечно, дает основания делать какие-то анализы, выводы и так далее. И мы об этом часто с друг другу говорим. Поэтому вот такая наша, скажем, наш подход, он дает основания говорить о том, что у нас есть серьезный потенциал, перспектива, и мы особенно вот последние года начали очень плотно работать, объединяться. Но здесь важным фактором, я считаю, что является наш руководитель Сергей Васильевич Червонопиский, да, народный депутат Украины, достаточно позиция, мужественный человек, к сожалению, оставшийся без двух ног, и он нашел силы в себе создать мощную организацию, всеукраинскую, и заметьте, это единственная организация ветеранская, афганская в Украине, которая возглавляет этот достойный уважения человек. И он создал эту организацию именно на заре афганского движения. И спустя вот эти годы эта организация уплотнялась. И во главе организации становились люди, которые занимают достойное положение. Либо ребята те, которые имеют громадный опыт в общественном движении и пользуются уважением. Поэтому, вот, скажем так, повзрослев, мы поняли, что нам надо делать, куда нам надо двигаться. И, конечно же, меняются времена, мы четко работаем с бюджетом, и с властями, и с другими общественными организациями. Собственно говоря, исходя из этих позиций, мы сейчас и ведем свою работу. Скажите, какие проблемы, может быть, вот в вашей работе и во взаимодействии то ли с органами власти, то ли с другими общественными организациями, то ли, может быть, с какими-то вертикалями определенными, да, с которыми вы приходится решать каждый день вопросы? Ну, грубо говоря, вы сталкивались с те, которые вот, ну, наиболее для вас оказались такими неподъемными? Вы знаете, я не буду лукавить, я могу сказать, что во все времена и в любой организации, и, будь то общественной, либо в другой, вопрос кадров – это самый такой проблемный вопрос. Поэтому, исходя из подбора кадров, афганцев и не только, вот ставится вопрос о работе с властями. Я считаю, вот как раз в городском союзе у нас достаточно мощная команда и профессиональная. Я с точки зрения пригодности к работе с властями, я это имею в виду, потому что нужно грамотно готовить документы, юридически обоснованные, экономически подкованные и так далее, и тогда проблем не будет. То есть иногда вот у нас самих есть проблемы подготовки проектов, различных программ, скажем, либо обоснования и так далее. Слава Богу, в городском союзе ветеранов Афганистана таких проблем нету, и мы имеем бюджет в городе более 400 тысяч гривен, потому что мы развиваемся и постоянно работаем как бы в этом направлении. И работы в этом плане, я считаю, очень много, начиная от реабилитации матерей, инвалидов и так далее, и так далее. Поэтому уж как говорят некоторые афганцы, нам государство должно, так вот надо с ними грамотно и работать. Вот это, я считаю, самым важным фактором. Конечно же, надо учесть то, что сейчас и службы, тоже и казначейство, и КРУ, и так далее, проверка бюджетных средств, скажем так, это достаточно жестко поставлено сейчас, и в этом плане необходимо грамотно работать, чтобы не подставлять как бы и власти, и так далее. Исходя из этого, вырабатывать авторитет уже у властей, чтобы они доверяли в этом плане работать. Поэтому вот в городском союзе, например, есть и казначейский счет, и общественная организация, и благотворительность. Творительный фонд. Вот в этом плане, я считаю, необходимо так вот и работать. И у меня есть полная поддержка моих единомышленников и ветеранов, афганцев, и матерей, и инвалидов. У нас есть вопросик. Послушаем. Алло, добрый вечер. Слушаем вас. Будьте добры, попробуйте еще раз набрать. Я думаю, что Виктор Николаевич обязательно ответит. Я прошу прощения, вас прервала. Да. Вот. Но если взять вопрос более шире, конечно, проблем бывает много. И те льготы, которые ранее были, они сейчас ликвидированы. Например, это налог на
податок на физичных осіб, так скажем. И мы, как бы, это достаточно серьезная сумма в зарплате, если так посмотреть. Вот. Затем есть проблемы с оздоровлением, это касается различных санаторий и так далее. Вот у нас был санаторий «Семашко», и руководство шло с Государственного комитета по делам ветеранов войны. Здесь, конечно, легче нам было приобретать различные путевки и так далее. Сейчас это Министерство праці, и мы занимаемся это уже структурными подразделениями в городе и в области. Вот. Это очень важный фактор. И, безусловно, вопросы, которые поступают от ребят, и от семей, и от инвалидов, которые требуют насущного и глобального рассмотрения на государственном уровне. Ну, например, это поступление наших детей в высшие учебные заведения. Я считаю, что многие из афганцев, которые не закончили вузы, их дети, наверное, должны как-то иметь определенное прерогатива. Возможно, для других слоев населения это может быть обидным, потому что есть чернобыльцы и так далее, но мы считаем, что это очень важный вопрос. Вопрос касаемо семей погибших, вот матерей, вдов, это вопрос второй пенсии. В Российской Федерации этот вопрос решен. То есть за погибшего сына они получают либо мужа, либо отца, они получают вторую пенсию. Я считаю это справедливо. Потому что за орден Красной Звезды, который вручен семье посмертно, получают там 40 гривен. Ну, поймите правильно, я полностью согласен с матерями о том, что не может кусочек, хоть и достаточно уважаемой наградой, но металла быть дороже, чем жизнь нашего, нашего побратима. Поэтому я считаю, что и так далее, и так далее. Но... Послушаем вопрос, я прошу прощения. Алло, добрый вечер. Алло. Добрый вечер, слушаем добрый ваш вопрос. Добрый вечер. Это вас беспокоит Винокуров из Харькова. Я участник боевых действий. И я слышу по телевизору, там вроде бы пенсия 1200 участникам боевых действий. Я не знаю, как это можно, этот вопрос. И еще, по поводу телефонов, там к 60-летию обещали телефоны, вроде бы Ющенко обещал. Потом в этом году, к Дню Победы, телефоны обещали. Что-то их нет, нигде ничего не стоит. Спасибо, вопрос ясен. Итак, да. Я отвечу на этот вопрос. Действительно, телефоны выдавали Укртелеком, целая система работала. Mm-hmm. Это касалось инвалидов, чернобыльцев и ветеранов Великой Отечественной войны. Что касается афганцев, этот вопрос не поднимался, то есть не рассматривался, скажем так. Хотя я считаю, что наши инвалиды тоже имеют полное право иметь мобильные телефоны, безусловно. Участников боевых действий этот вопрос как бы не был финансирован на приобретение. Вот, это первое. Второе, пенсия для инвалидов боевых действий, в частности, афганцев. Вот инвалиды третьей группы, они получают определенную пенсию, оформив ее, соответственно, в Управление социальной защиты, вернее, я прошу прощения, в пенсионном фонде, ведь инвалиды второй группы и так далее. Участники боевых действий только получают ту пенсию, когда они уходят на пенсию с предприятий и так далее. Здесь это звучала в вопросе сумма определенная, 1200 гривен. Но вы поймите, участник точно, боевых действий может работать и фермером, и директором завода, и в милиции, и в других правоохранительных. И в зависимости от этого, скажем, надбавки нету. А вот инвалиды войны, безусловно. Безусловно. Угу. Я хотел бы сказать, что у нас на сегодняшний день в городе Харькове 5650 человек афганцев. Из них порядка 400 человек инвалидов. И из них 15 инвалидов первой группы. У меня тогда такой вопрос. Скажите, сейчас очень много говорится о социальном партнерстве, в том числе и о тех группах людей, вот мы заговорили об инвалидах, об их возможности быть нормальными, востребованными. Скажите, делаете ли вы какие-то работы, которые связаны с тем, чтобы ребята не оставались один на один со своими бедами и проблемами? Вы знаете, когда мне доверили как бы эту работу, у меня первая была мысль, это, конечно, помощь. Помощь материальная, различная, либо продукты питания различные, наборы и так далее. Но я знаю много ребят, которые со мной воевали, тоже инвалиды и так далее. Но, к сожалению, бывают такие моменты, что ребята остаются инвалиды сами наедине с собой. Так вот, я хочу отметить тот фактор, что для нас главная задача
Это моральная поддержка. Это самый важный момент для наших афганцев, которые, к сожалению, прикованы к постели без рук, без ног. Я и отметил, что у нас 15 человек инвалидов первой группы только. Я уже не говорю о второй группе. Там порядка до 100 человек афганцев инвалидов второй группы. Так вот, мы такую практику ведем, чтобы постепенно наладить работу не только нашего общения, а и наших детей приобщать к этой работе. Вот у нас есть молодежная организация из прошлого года. Будущее. Вот они постоянно журналы, мы выпускаем на журнал «Интернационалист городского союза ветеранов Афганистана». Они постоянно приходят к ним, приносят продукты, проведывают. Как бы, ну, как раньше это была, сказать, да? Знаете, работа молодежных организаций, волонтерская. И хотел бы сказать, что в прошлом году, кстати, наша молодежская организация одна была из лучших. Вот. Поэтому я считаю, что именно в этом факторе необходима моральная поддержка. Выносить вопросы материальной помощи, либо какой-либо другой, это вопрос повседневной нашей работы, что мы и делаем. Я хотел бы отметить, если раньше ребята-афганцы, инвалиды, и либо тем, кому нужна была помощь, получали, допустим, там 50-100 гривен, единоразовую помощь, то я хотел бы сказать, что мы с городскими властями, структурными подразделениями отработали таким образом, что люди получают 500-700, а к 15 февраля получили все инвалиды первой группы по 1000 гривен. Я считаю, это достойно, достаточно сумма для того, чтобы как бы получить с государства, да. А я уже не говорю о том, что у нас работает и благотворительный фонд, и у нас много ребят-афганцев, которые бизнесмены и активно нам помогают. Вот, поэтому для нас на первом месте работа с инвалидами и семьями погибших, и, конечно же, тем, кому нужна помощь. У нас остается буквально минутки три до окончания эфира. Мы начали сегодня с вами разговор с вахтой памяти, который вы инициировали. Скажите, вот еще полгода осталось, да, до 15 февраля, ну, условно говоря. Будет ли вот эта инициатива ваша во что-то такое, может быть, в общегородском мероприятии вылиться, для того, чтобы не только как бы по отдельным районам города с фотографиями, а может быть, ну, ко дню города или еще там какому-то дню, для того, чтобы действительно весь город смог обратить внимание единоразово на вот эту акцию. Я хотел бы сказать, как раз в наши праздничные дни, в августе, начиная с 2 августа и так далее, как раз города обращают внимание. Почему? Потому что у нас ежегодный фестиваль афганской песни «Солдаты мира» 21-го. Да, безусловно. Другое дело, что рабочие группы, у нас дирекция создана, и профессиональные ребята там работают, афганцы, и режиссура. И я бы хотел сказать, что в данном плане мы наращиваем те возможности, которые у нас есть. В прошлом году, например, футбол играли с другими командами. В этом году мы планируем серьезную выставку и форум провести. Областной союз ветеранов Афганистана планирует провести конференцию руководителей областных организаций, не только Украины. Я считаю, это правильно. Я считаю, что это правильно. Я считаю, что для города это полезно и нужно, и морально для ребят-афганцев это очень важно. А ну, а начиная из начала сентября, у нас есть договоренность с руководителями высших учебных заведений о проведении таких мероприятий, и мы нашли полную поддержку, тем более, что у нас есть афганцы-ректора, например, Владимир Николаевич Лисовой, ректор мединститута. Вот, да, собственно говоря, даже не в этом дело, а дело в том, что у нас есть отношение и внимание. Я считаю так, что любая общественная организация, хотя мы с ними тоже активно работаем, у нас есть договор, скажем, с чернобыльцами о совместной работе, мы ее проводим. Как она себя поставит по отношению к другим организациям, к руководству города, области, да и вообще в целом. Такое будет отношение к серьезности, подходу к работе, к отношению между афганцами. Конечно, идеала нет, я не могу сказать. Есть проблемы, есть обращения, есть мы не цари, не боги, чтобы решить все проблемы наших самих афганцев и власти тоже. Но это время, и над этим временем надо работать, над нашими задачами. Я считаю, что в этом плане мы правильно делаем, что мы начали объединять участников боевых действий в различных горячих точках. У нас создано 12 первичных организаций: вьетнамцы, кубинцы, Сомали, Эфиопия, Алжир и так далее, и так далее, и так далее. И в основном там офицерский корпус, который воевал, и они давали подписку о неразглашении тайны и так далее, и так далее. Что они там делали, как они воевали, мы можем только как афганцы предполагать. Но я считаю, что они не должны молчать. И стесняться тут нечего. Иначе мы уйдем в историю
И, кстати, и этой истории уже не будет. Да, да. Другое дело, что об Афганистане много говорит. И вот мы в нашем журнале часто об этом говорим. Ведь те, которые были в Чехии, в Венгрии, это уже люди пожилые. И зачастую, когда мы с ним общаемся, им очень тяжело на эту тему говорить и так далее. Поэтому мы эту работу проводим, потому что у нас городской союз ветеранов Афганистана, а в кавычках воинов-интернационалистов. Поэтому они тоже воины-интернационалисты. Я считаю, что такая работа, она проводится. Я очень доволен командой, которая работает в городском союзе. У нас практически все участки работы охвачены. И я уверен в том, что у нас впереди успех в нашей работе. Я хотел бы, пользуясь случаем, нашим афганцам пожелать удачи и поменьше к нам обращаться, не потому, что они, мы не хотим, а потому, что, чтобы у них не было проблем. А для этого мы и работаем. Это очень важный фактор. И, конечно же, только приходить именно на наши праздники совместные, встречаться, общаться и так далее. А проблемы, ну, мы уж как-то будем вместе сами их решать. Я вам дуже вдячна за сьогоднішню зустріч. У Харкові спекотно, а в нашій студії було дуже приємно з вами спілкуватися. Я вам бажаю успіхів, передусім вам, тому що завдяки вашій енергії, напевно, да, і наполегливості ті проблеми, про які ви говорили, можна, звичайно, вирішити. А бажання у вас є. Я це побачила по ваших очах. Дякую вам. Вам здоров'я і успіхів. А я з вами прощаюся, шановні глядачі. Дякую, що ви були з нами. Це була передача «Без кольору». До побачення.